что говорить-то? Что там? Что про пингвина? Так я ухожу! Че, «Звездные войны» посмотрела? Да не похож он на своих родителей! Я всегда переигрываю! Кто сказал, что мы переигрываем? Вы злодеи, вы ничего не понимаете! В искусстве. Я увольняюсь. Че ты там подкручиваешь? Со стороны. Никто не узнает, что у меня розовые носки. А че, запись идет? Да. Да уйди ты! Хватит фоткать мои коленки! Че ты его обнимаешь? Пингвин. Он меня жрет. Ты его не кормишь, не следишь за ним? Ну ты сказал надеть на него мешок мусорный. Ты надела это после того, как на него 3 месяца налетала пыль. Я стряхивала. Она не любит его. Она не достойна. Но внезапно возник пингвин. Ты что зеваешь, что это слышно будет? Я бесшумно зеваю. Ага, я слышала твое дыхание. Так вообще не шевелись. Что-то мне в глаз попало. 2016 год тебе в глаз лезет. Верни мне мой 2011. И это была такая самая... Блин, не вставляй это. Тут пингвин линяет! Ты не можешь текст запомнить! Да! Сделаем вот так. Так как там была тема стимпанк, с темой я сказала «Стема!» Тема тимпанк, система тимпанк. И поэтому подались... Монашки! За что? Ну давай со всей серьезностью. А очень-очень внезапно мы взяли первое место, это был шок для нас. И спасибо судьи, кланяемся вам в ножницы. Вот тебе и прикол. Я тут поставила след. След на твоем столе. Я не знаю, что еще говорить. Я молодец. Я молодец. Последний никогда брал. Подожди, на 18-го никогда брал. То есть даже если персонажу не суждено, не... Сексуальный Пен-Пен. Скосплей сексуальную версию Пен-Пена. Я что, еб***ь, что ли? Такая рыба там скосплеила. А чё? Да я вам говорю! Не такой голос! Да я вам говорю! Да, у него определённо такой голос. Пишите в комментариях. Что-нибудь пишите хотя бы в комментариях, ну сколько можно? Я хотела нормально понравить. В общем, дорогие друзья, подписчики, хейтеры и все-все, кто следит за нашим творчеством, что мы с ними сделаем? Я не знаю, у нас тут пингвин вверх ногами стоит. Я вообще не знаю, о чем, про что тут происходит. Секундочку. Иди отсюда, толстая. Прыгнула. Аж стены сотряслись. Что я делала весь декабрь? В декабре мы ничего не делали. Смиритесь с этим. Я никогда не смирюсь с этим! Нам это еще нужно вообще-то. Окей, хватит обижать меня, ты достала уже реально.